Всего 4 дня остается до самой таинственной ночи, когда каждый из нас в ожидании чуда. Но особенно ждет наступление праздника Детвора. В эти дни во всех домах Михребон Лиг проводятся новогодние представления, где в качестве героев выступают сами воспитанники. Но главное представление еще впереди – президентская елка. Этого события ребята ждут целый год. Уже в пути подарки от руководителя страны. Подарки от президента доставят автотранспортом и самолетами. Так, при поддержке национальной авиакомпании «Узбекистан Хаво Юллары» в Каракалпакстан и 9 областей организуется доставка порядка 6300 подарков. Автотранспортом привезут в Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую области более 3500 долгожданного презента. Накануне Нового года каждый год от имени нашего президента вручаются президентские подарки детям, оставшимся без попечения родителей. Дети, которые воспитываются в домах Михребон Лиг, домах Мурават, детских городках. И дети, чьи родители погибли при выполнении служебного долга. В состав этих подарков входит 12 наименований канцтоваров и 15 наименований сладостей. Их вручат в торжественной обстановке представители местных хакимиатов и партнерских организаций во время главной елки страны, которая по традиции пройдет 29-30 декабря во всех регионах. Безусловно, праздник станет самым незабываемым событием года и подарит детям массу положительных эмоций и ярких впечатлений.